Всем привет! В предыдущем видео мы подготавливали полы к укладке и уклали первый ряд, зафиксировав его. Теперь у нас есть хорошая основа и точное направление. Посмотрим, насколько облегчит это нашу дальнейшую работу. Поехали! Итак, в первую очередь, как всегда, заготавливаем подрезки. Размер плитки составляет 1,50 м на 0,30 м. Плитку переношу с помощью вакуумной присоски. Ну и после того, как все подготовили, приступаю к укладке. Для хорошей усадки плитки применяю виброприсоску. При правильном порядке действий работа проходит быстро и качественно. А вот и наша легендарная гребенка. Подберем нам нужный размер и приступим к последнему ряду. Thank you.
Обратите внимание, что режущий ролик находится перед ломателем, и это очень удобно. Как вы видите, между радиатором и плиткой у нас все идеально совпало. Ну а в следующей части будем обходить радиатор плиткой и производить эпоксидную затирку. И на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.